многие ребята, ну, очень известные, которые потом сделали свои сольные проекты. А мы до сих пор существуем, репетируем, пишемся на студии, пишем альбом, выступаем. Так, у вас записано, наверное, два альбома. Два альбома у нас. Первый альбом — это «Клоуны». Второй альбом — это «Лесорубы». Сейчас выходит, ну, я надеюсь, что в этом году мы напишем еще один альбом. Пока, как он будет называться, я пока не знаю. То есть, ну и приступим к следующему. Потому что альбомы мы пишем постепенно, лет по 5. Поэтому... Сегодня будут такие песни звучать, свежие? Сегодня будет звучать одна свежая песня, которая мы сделали новым составом, караоке. И, ну, несколько песен из нескольких периодов нашего творчества, что-то более раннего. Ну, сами все увидите, придет аппаратуру наладим. Погромники, давай еще определимся.
была группа KTLN. Еще раз с днем рождения, Мотобратство!